Аслар Салям. Это канал YouTube Татарочки. С вами Алсу Хафиз и Камиль Сафин. Камиль — это наш патрон, вы все должны его знать и запомнить. И сегодня мы с ним вместе будем смотреть два татарских клипа, которые нам подобрал Айнур. Айнур сейчас стоит за камерой и очень ехидно улыбается. Наверное, клипы будут очень классными, да? Как ты относишься к татарским клипам? Я обожаю татарскую музыку. Я открываю вообще для себя татарскую музыку буквально, вот, наверное, год. Угу. Не так долго. То есть для меня раньше это была просто гармоника и вот эти... И курай, да. И курай в Башкортостане особенно. На сегодняшний момент я понял, что есть на самом деле татарская современная музыка, и это Айгель. И это Умаш. И это много это различных. Классно. Это все классно. Но классику татарского клипа ты видел когда-нибудь? Это, Алсу, поясни. Это когда Салават Абый. Он едет на девятке, на темной. У него вот такая сотовая эта трубка, телефон. И он поет. Какая там песня-то? Бахтли була кайга курме. Классику надо помнить, освежить и знать. В памяти, да. Сегодня, кстати, вот один из клипов, он будет как раз от современной группы, от той, что ты слушаешь, а второй будет от Айдара Галимова. Но это, видимо, личная симпатия Айнура. Но это ваш земляк, опять-таки, он тоже из Башкортостана, как и вы. Вот, предлагаю начать. И смотрим мы клип группы Гауга, который раньше был Оскар C7, C5. Клип называется LMM. YouTube татарочки. Опа, красиво. Я пока вижу только твои очки. У нас в Тольятти есть замок Гарибальди. Очень похоже на это место. Но музыка уже качает. Не, музыка классная, слух нет. Гаугу я уже, кстати, знаю. Они прикольную музыку делают. Очень мрачно, очень роково, очень круто. Блясуна Кангалшаран. Это похоже на хим. Есть такое, да. По музыке, наверное, не прям? Нет, по музыке нет, по антуражу. Больше в Мьюз куда-то, да? Угу. Я поняла, где это снимается. Это снимается в старом здании нас библиотеки. Это дом у школы. Слушай, ну это круто, я даже не понимаю, что это оказывается на татарском языке. Да. У меня ощущение, что я слышу музыку, я понимаю, и оно такое современное звучание. Да, классно. Ну и таких татарских клипов я еще не видела. Это очень круто, что для татарской музыки снимается такой видеоряд. А еще у него ногти черным покрашены. О, это круто. Я не заметил. Гаугу, причем я уже знаю давно, но ни одного клипа еще не видел, а это первый. А, у них был классный клип, один из первых, это Грейпфрут, тоже очень классный. Классные спецэффекты. Угу. И съемка, конечно, крутейшая. Ты знаешь очень оператора круто. Или там, режиссера? Там, я думаю, в титрах написано, я чуть не обратила внимания. Просто если сравнивать с тем вот сотовым, девяткой и это, да, то... Ну, это было в 90 каком году. Было бы странно, если бы я сейчас снимать такие клипы. А зря. Вот вы не видите, Айнур там, если бы еще был бы у него там кто-нибудь, он бы слеймился просто сейчас. Я пока не поняла, почему LMM. Я только разобрала Киль-Кильянума. Очень классно, что кто-то... Понимает татарский язык. Это он говорит Кильяну, моей, типа, иди сюда ко мне. И она идет к нему. Такая идея клипа. Учите татарский, чтобы понимать. Что вас зовут куда-то. Так, он ее хочет оживить, наверное, да? Или что он вообще... Выпить кровь? Что происходит? Вау. Ага, вампиры.
Наверное, все-таки Twilight, да. Сумерки. Но я понимаю, что я посмотрю этот клип не один раз. Да, можно смотреть несколько раз. Тут, видимо, как любят сегодняшний день говорить, пасхалочек много. Но, знаешь, такие клипы еще появляются благодаря Ютубу, потому что ни один татарский канал это не возьмет в ротацию. Я не представляю, что это на ТНВ показывает. И бабушки в деревне такие, что? Спасибо фанатам. Спасибо ютуберам, лайкам. Да. Продвигайте татарский контент, ставьте лайки Гауге. Этот клип однозначно заслуживает лайка и комментария стопудов. А что все-таки случилось? Она зашла к нему, я пропустила этот момент, она стала змеей? Алсу, я ожидал, что ты мне будешь рассказывать вообще, в принципе, что происходит. Мне Язылган. Так, фильм продакшн. О, инстаграм профиль, отлично. Все здесь. Звезд. Music, screenwriter, film production. Вау! Everything is in English, right? No, it's Tatar. Tell. Слушай, ну есть знакомые имена. Мне, кстати, очень нравится то, что татарский контент очень часто встречаешь такие вещи, например, альбом группы Юна. У них, ой, Джуна, они меня побьют просто. А их нельзя так называть, нет? Ну, мы... Как они, я тебя бьют с синтезатором по голове. И укулеле сверху. Да. А, так вот, альбом группы Джуна, который я заказал себе в Мюнхен, и он пришел красивый такой, и там тексты песен на татарском и на английском. Слушай, ты заказал диск? Да. У меня есть такая же история. Ой, ты тоже заказал диск, и он не пришел. Я заказала диск, я тогда жила в Тольятти. Это был 7-й год. И тогда была очень популярна группа Итифак. О, я знаю. Это Ильяс Гафаров, который сейчас как раз... Да, делает Яме. Не Фидан Гафаров. Не Фидан Гафаров, Ильяс Гафаров. Я тоже заказала диск, он мне тоже пришел, но там, по-моему, не было текстов, но у меня был татарский диск. То есть, ну, в Тольятти можно было купить татарские диски, типа на Сабантуе, это тот же самый Айдар Галимов и Салават. Но Итифак я заказывала по почте. Скажи же, так я тоже по почте. Скажи же, это важно иметь вот что-то такое татарское в руках, и без этого никуда. Ютуб татарочки. Да, мы посмотрели сначала современный клип. Почему-то Айнур его первым скинул. Возможно, клип Айдара Галимова еще круче и нас вообще сейчас разорвет. Потому что как бы хороший оставляют же на потом. Конечно. Давай проверим. Самое сладкое, посмотрим. Как называется? Сакбул Балам. Это Айдар Галимов. Сакбул Балам. Береги себя, дитя. Да. И надо сказать, что это фит. Ого. Айдар Галимов записал фит. Я даже знаю Айдара Галимова, и он же как бы там очень популярен в Башкортостане. Ну и в Татарстане тоже, извини меня, народный артист, наверное, ну или заслуженный. Он записал фит с группой Караш. Это кей-поп татарская группа. Ну, кей-поп. Я Караш тоже знаю. Караш. В татарском. Да, конечно. Караш же тоже на татарском поет. Эй. Ну, вот это от белого тюля пока не можем отказаться, это все-таки очень важно. А ковры? Не, ну извините, ковры уже все, пока у нас тюль. Голос, конечно, у него шикарный просто. Ну, это без вопросов. Я очень рад, что он вот с молодыми проект делает, то есть немножко освежить звучание. Ага, хип-хопчик, рэпчик, топчик. Это кей-поп такой, да? Тат-поп. Круто. Слушайте, так это же новое течение тат-поп. К черту кей-попы, тат-поп. Я, честно говоря, не знаю, какое звучание у кей-попа. Вряд ли такое. Это неплохо. О, я знаю эту фотостудию. Я поэтому не люблю смотреть татарстанские клипы. Я узнаю места, где это снято. Сейчас
честно, не могу вообще претензий никаких голосу сделать, да, то есть ну, все конечно. Так звучит офигенно просто. И Айдар Галимов, и Хорас. Как видеорядом. На видеоряд тоже, в принципе, можно такое смотреть. И такое будет, кстати, на татарских каналах 100 пудов. Да, и пусть ТНВ будет, ТНВ по-любому да. уже показывает. Айдар уже больше 50, да? То есть он уже такое слушай, достаточно да, старшее я когда, поколение. Я когда смотрю на Айдара Галимова и на Салавата, а я их слушаю всю свою сознательную жизнь, то есть больше 30 лет они со мной. И я вижу, как они стареют, и так грустно становится. Ну, это жизнь. Да. Ага, мэр. Окей. Буду смотреть на молодых мальчиков. Круто. Очень круто. Ну, я в целом... Просто у меня мурашки вот на самом деле от того, что я слышу татарскую музыку. И не такую вот с гармоникой, ага. да, а совершенно новую. Да, это классно. А, я думаю, Айнур подбирал клипы, потому что везде свечки. Какая-то у него тема на этом. Сейчас появятся вампиры, и, в принципе, все станет ясно. А, наверное, режиссер один и тот же. Вряд ли. Ой, вряд ли. А эта песня что-то про родителей, видимо, да? Потому что... Точно, давайте к тексту песни обратимся. Алсун, да. что ты скажешь? Ну, что я скажу, это типичный татарский текст, типичный про маму, про то, что вот, или про папу, пока не поняла, наверное, про маму, потому что там твои слезы залечили мои раны, а как известно, татарский мужчина не плачет, значит, это про маму. Какая прекрасная песня. Вот это очень спорно. Щеда балам дьюэ, это значит, меня родители научили терпеть. Угу. Не надо детей учить терпеть. Тогда с личными границами проблемы. Ну, красиво. Очень. Ты добавишь эту песню к себе в плейлист? Я добавил уже эту песню в себе. Вот это? Ну, ты уже вот... В своем здесь да, в плейлисте, да, она да, уже да. там. Новая платформа, подписываемся. Слушай, ну это классно. Я люблю, когда в татарских клипах нету природы, нету... Дискотеки. А что, есть такие клипы? Нету вот этих бархатных костюмов, жилеток и тюбетейк. Это все классно, но, блин, но это уже не продается. И нужно делать что-то современное, чтобы увеличивать аудиторию. Они увеличили аудиторию, плюс один уже произошел. По поводу аудитории. Во-первых, сначала по поводу татарских клипов, либо на природе, либо на дискотеке есть такая шутка, команда КВН 4 комната. Ну, видишь, вот эти записи, где там зал, люди сидят, и типа чувак поет типа под фанеру, и тоже так клипы пускают. А, типа он на сцене стоит. Да. А по поводу аудитории, я хотел бы, чтобы вы обсудили количество просмотров этих клипов. А что, оно большое, да? Посмотри, у Гауги сначала, а потом у Айдара Галимова. А, Айдар Галимов, 4700 просмотров. А, ну это выложено на канале Фараж. У них не так много подписчиков. Подпишитесь, Фараж, нормальные ребята. У них тут всего 1,7. Ставьте лайки. А я, кстати, подписан на них уже. Вот а вот Алсу нет. Окей, я даже лайк поставлю клипу. А колокольчик? А что, вот этот? У меня ни на кого не стоит колокольчик. А на Фараж стоит уже. Так. Смотрите, этот клип выложен 3 месяца назад, у него 4700 под просмотров. Комментарий надо написать еще. Ансы Сонрак. Так, Гауга. О. 3 недели назад 906 просмотров. Вот что скажете? Так у них и на канале меньше подписчиков. Вот уже плюс один, даже колокольчик поставил. Ну что сказать? Ну что сказать? С Айдаром Галимовым в принципе тяжело соревноваться, и потому что такая печеная булочка. Потому что больше людей гуглит в Ютубе Айдар Галимов, чем Гауга. Это же ясно. Но все равно мало, и то, и другое мало. Мало, да. Мало. Ну, а почему мы стали делать ролики на русском языке и не всегда про татар? А я ставлю лайки. И подписан. И колокольчики. И колокольчики всегда стоят. Берите пример. Ну что, ребят, больше клипов
хороших, разных, татарских и не только. Главное, чтобы они были качественные и чтобы их можно было смотреть и не плеваться. А их становится все больше, и это не может не радовать. И я добавлю от себя, что очень жду клипов от группы Айгель. А у них? У них целый татарский альбом. А, и ни одного еще клипа на татарскую песню? А, ни одного такого полноценного клипа. Ну, есть один на песню «Тен», но он мультяшный, а хотелось бы такой вот, чтобы вот со свечами, с вампирами, да, то есть тебе-тейку вот так, чтобы было. У них очень классные песни на «Шармалай» и так далее, и было бы очень круто увидеть визуализацию, поэтому татары, вы где? Режиссеры. Айгель. Тоже, ну, прислушайтесь к человеку. Пожалуйста. Ютуб татарочки. А не забываем ставить лайки этому видео, тоже подписываться. Как я только что подписалась сразу на два канала и поставила колокольчик прямо вот перед вами, и вы то же самое сделаете тоже прямо сейчас. И обязательно напишите комментарии, и в комментариях напишите, какие клипы нам еще посмотреть. Рахмет. Шахарым әттен ғысыз, яқты тіндәрім әсима.